Ролик создан при поддержке сайта androidapplications.ru. Это бесплатный каталог приложений и модов, обзоры актуальных новинок и лучших Android-приложений, инструкции, помощь и советы по вашему смартфону. Ссылки в описании. Здорово, народ, с вами Илья, это наше игродение, новый топ игрушек. Сегодня будет топ-5 лучших игр про снайпера на Android, ну и также по классике я делаю офигенный конкурс с подарками. Все, что нужно для участия, это подписаться на мой канал, поставить лайк этому видео и написать как можно больше комментариев. Далее из комментариев я выберу счастливчиков, и вы получите от меня приятный подарок. Ну а так, не будем терять время и поехали! Вообще, если ты любишь пострелять и любишь именно снайперку, то сегодняшний топ как раз для тебя. Я подобрал 5 самых крутых игр в таком формате, и первая игра — это Операция Снайпер, предназначенная для настоящих мужчин. Впрочем, для женской аудитории, я думаю, тоже игра подойдет, так что тоже имейте в виду. Любителям дистанционной стрельбы и хорошего экшена, повышающего адреналин в стиле уничтожения, представлен офигенный просто снайперский проект. Выбираем оружие в зависимости от того, сколько денег на счету, и вообще в игре представлен широкий арсенал. Тут нам доступны снайперки и штурмовые винтовки, магнитные пушки, а также секретное вооружение, с помощью которого мы будем всех гасить. Самая дорогая винтовка, кстати, стоит 20 тысяч долларов, и мы можем их заработать за несколько десятков боев. Как было сказано ранее, в игре присутствует платный контент, благодаря которому мы можем приобрести более качественную технику, однако в любом случае и так тоже можно поиграть. Контракт киллер-снайпер. Нам понадобится вживиться в роль первоклассного киллера, у которого накопилось более 200 заказов. Тут мы не должны отбрасывать в дальний ящик все это дело, иначе ты сам можешь стать заказом, и этого нам не нужно делать. Вооружившись снайперской винтовкой, приступаем к выполнению контракта и стараемся выполнить задание без лишнего шума. При этом мы должны сделать так, чтобы нас никто не заметил, и это будет непросто. Тут будет большое скопление телохранителей с грозным оружием, и нам нужно, чтобы это ни стало, выполнить задачу. Мы должны сделать выстрел так, чтобы унести до дюжины бойцов, правда, количество патронов также будет ограничено. Короче, игра тоже весьма крутая. Last Hope Sniper — зомби-шутер с сюжетной кампанией, улучшением способностей и разнообразным оружием. Вообще, по стилистике, проект очень напоминает сериал «Ходячие мертвецы», и тут даже есть свой шериф в характерной шляпе. Данный факт пошел игре на самом деле на пользу, так как фанаты серии сразу чувствуют себя как дома, а для новичков это станет отличным первым шагом в мир населенной зомби. Геймплей представляет собой классический тир от первого лица, когда персонаж стоит на месте, а враги прут со всех сторон. Реализована механика на самом деле на отлично, практически не замечая, что это такой тир, поэтому играть вполне круто. В особенности здесь помогают различные скиллы, которые можно улучшать, но на миссию позволяется выбрать как раз таки только один из них. Hitman Sniper, тихий убийца, агент 47 вернулся на мобильные платформы в новом симуляторе снайпера. Ну и как все творения Square Enix, визуальная стилистика очень-очень впечатляет. Выступая в роли агента 47, мы должны выполнить задания, связанные с устранением различных людей, зарабатывать на этом деньги, открывать новые виды вооружения и повышать собственные навыки в самом игровом процессе. Вообще в игрушке на самом деле не так много оружия, но все же оно есть, а так как мы являемся снайпером, то главное наше оружие, конечно же, станет снайперская винтовка. Разновидность винтовок тут, в принципе, вообще хватает, так что, думаю, будет из чего выбрать. Ну и 5-я игра на сегодня, и это игра, которая визуально отличается от своих предшественников. Называется эта игра Dawn of the Sniper 2. Это продолжение великолепного снайперского тира, где вам нужно защищать людей от зомби, зарабатывать деньги и покупать на них новое вооружение. Вам снова выпала роль снайпера, засевшего где-то в кустах неподалеку от мирного населения, и мы, как и прежде, должны защищать людей от разных зомбаков. Точное попадание в голову позволяет поразить цель с первого выстрела, и они ниже гарантируют вам дополнительные деньги в случае успешного завершения миссии. Так, ну что, ребята, на этом наш небольшой топ подходит к концу, и я очень рассчитываю на вашу поддержку, а также ваши комментарии. Пишите в комментах, какие игрушки показать в следующем выпуске, какие сделать тематические подборки, и мы обязательно устроим такую движуху. Ну а так, у микрофона был, как всегда, Илья, и увидимся уже в следующих выпусках. До скорых встреч и пока.